بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются темы الهبة, то есть подарков и милостыни. Говорит هبة الحمل وهو في بطن أمه واللبن وهو في الضرع. Можно ли дарить плод, который находится в животе животного, то есть еще нерожденный плод, или молоко, которое до сих пор находится в имени? Говорит منع من ذلك أيضا أحمد الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم. Первое мнение в этом вопросе это мнение имама Ахмада, Шафии, Абу Ханифы и других. لأنه مجهول معجوز عن تسليمه. Сказали то, что это является запретным, недействительным, потому что молоко и плод является неизвестным, то есть неизвестно, кто родится, здоровый, больной, самка, самец и тому подобное, родится или нет, живой или мертвый. Маджуз антаслимихи. И его невозможно передать. То есть еще до сих пор плод не родился, и молоко до сих пор не выдаено. Вамадава Малик сахатузали калиматападдам. И мнение имама Малика второе в этом вопросе, то, что это является действительным. По тем причинам, которые мы разъясняли в прошлых вопросах этой главы. Ухтиару шейху ислама ибн аль-Кайма ва гайрихима ва сваб. И это мнение шейху ислама ибн Тамии, а также ибн аль-Кайма, а также другими, оно является наиболее верным. Мнение имама Малика второе имеется в виду, второе в этом вопросе мнение, это мнение имама Малика. Не имеется в виду, что у имама Малика в этом вопросе два мнения. Так, знаешь, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что разрешено дарить плод, который находится в животе животного, или молоко, которое находится в имени животного. Почему? Потому что это подарок, не является муавала, не является взаимным обменом, когда кто-то что-то теряет, если что-то не получит. Даже если человек не получит этого плода или не получит этого молока, он ничего не потеряет. Далее.